Сегодня решила испытать нашу ванну и очистить вот эту желтизну, которая здесь есть. Вот. В принципе, вот тут от ржавой воды такая желтизна. Берем средство, вот это вот утенок. Это средство для туалетов, для унитазов. Но мы им сможем также очистить и ванну. И наносим на поверхность. Такой свежий, свежести, такой приятный, не резкий. Экологически чистая продукция. Наносим на поверхность, прям сюда. Побрызгали. Можно также на губку нанести. И смотрите, чудеса. Чудеса! Оно прямо очищается на глазах. Видите? Ну вот, очищается на глазах. Вот, видите? Вот тут ржавчина. Стало, но мы сейчас оставим на некоторое время это средство и посмотрим потом в конце эксперимента. Какая идеальная чистота. Супер. Вообще, что было и что стало. Прекрасно очистилось. Можно подержать было подольше и еще лучше бы было очищено. Ой, супер средство. Рекомендую всем. Такой туалетный утенок, он чистит хорошо не только унитазы, но удаляет также на ванне жировые различные, не жировые, а ржавые, вот эта ржавчина вся, которая может быть, удаляет тоже 500 миллилитров здесь. Вот экологически чистый. Вот, I love компания Greenleaf. Вот такое вот экологически чистое средство. Здесь есть срок годности 2002 год, 2022 год, вот. Производство в 2019 году, октябре, и до 2022 года. Срок годности есть, потому что натуральная продукция, и, конечно же, есть срок годности. Так что пользуйтесь на здоровье. Пусть это будет замечательным помощником у вас для уборки ванной комнаты.